И снова всем привет, мои дорогие. Я очень рада видеть вас на своем канале. И вчера вечером, можно сказать, даже ночью, я сыграла в скрич карт и подняла с 13 до 28. Вот. Я их не вывела и хочу попробовать Money View, чтобы поднять еще побольше, попробовать, что получится. И Money View по ставке я пойду сразу по 1000 рублей. И погнали. А вы тем временем не забывайте подписываться на мой канал, все те, кто еще не подписан, а, конечно же, ставить лайки. Кстати, да, ссылочку на все игры оставляю ниже, закрепленной в комментариях. Проходим, не стесняемся и поднимаемся вместе со мной. Так, что же даст с утра? Что же ждет меня с утра? Посмотрим сейчас. Так, прохерила уже 4 косаря. Money Wheel, он, конечно, очень долго сливает много, но если даст, то даст. Насколько я замечала, посмотрим, что получится с этого. Есть X2, неплохо, замечательно. Хотела я, в принципе, зайти в кристалл, но в комментариях пишите, что очень плохо видно. Не знаю я, не смогла я сделать, чтобы было хорошо, так что кристалл я пока не буду снимать, поиграю как-нибудь не на съемку. X5 замечательно, но, блин, поздновато. Маловато и поздновато, да. Вернее, для такого маловато, слишком поздновато. И снова X5. И снова 28 тысяч на балансе. Снова 28 косарей. И смотрим, что будет дальше. Так, немножко посливает. Я удвою ставку. Сделаю 2 косарика. Сейчас совсем-совсем чуть-чуть. Сколько мне в Money View? Мне в Money View выпадало самое большее 50. Интересно, кому-нибудь попадало 100, 500, 250. Мне ни разу. Так, еще пару раз, 22 покручу. По косарику. И потом попробую по 2. И это будет мне на 11 раз. X10, замечательно. 10 тысяч, 10 косарей. Неплохо, неплохо. Просто шикарно. Крутим дальше, ждем дальше. Money Wheel, в принципе, дает. Можно крутить, я думаю. X10, замечательно, неплохо. Блин, но если бы... Опять если бы, нет, молчу, молчу, все, ничего не говорю, молчу, не комментирую. Снова X5. 34 тысячи. 33, что-то я в последнее время не решаюсь повышать ставку, что-то я как-то слишком уж слишком, хотя надо играть осторожно, да, это обязательно следить за балансом. И есть X25, 25 тысяч, плюс 25 тысяч, замечательно. 57 тысяч у меня на балансе, ну что, до семерек, до 50 поиграю, до 50 еще поиграю. Эх, азарт, блин, ну
Посмотрю, если Манивилл расшевелился, это значит, это что-то значит. До полтинничка, буквально до полтинничка. И Х2. Снова 57. Снова 57. Ну, давай до 55, наверное, да. Попробуем. И последний разочек, последний разочек. И ноль. Ну что, на этом завершаю. 55 тысяч. Неплохо, неплохо поднялась. Почти в два раза. 56, да? Было 28, 56. Ну ладно. Было у меня 56, но 55. Так, что-то я заговорилась. Ну что ж, всем пока. Удачи в играх. Увидимся.